Сегодня вторник, а значит, в нашем эфире рубрика «Что с воздухом?». В ней мы рассказываем о состоянии атмосферы в Красноярске за минувшие 7 дней. Итак, чем мы дышали с вами с 12 по 18 июля? Информация мониторинга по стационарным постам наблюдения в Красноярске. Минувшая неделя была жаркой и не самой благополучной. Наиболее напряженная ситуация в Покровке. Там большую часть дней наблюдали превышение бензопирена и формальдегида. Такая же непростая ситуация была и в Черемушках. Датчики там фиксировали бензопирен и формальдегид выше нормы практически всю неделю. В Северном и Солнечном на минувшей неделе также превышение показателей бензопирена. Наиболее сложные дни – 13 и 14 число. Кроме того, на минувшей неделе на телефон горячей линии Министерства экологии поступило 49 звонков с жалобами на загрязнение атмосферного воздуха и выбросы предприятий. 38 раз передвижная лаборатория выезжала по жалобам. В 37 случаях специалисты делали отбор проб. Зафиксировано 2 превышения в районе дома 7D по улице Пограничников 14 и 15 июля. Там обнаружен сероводород. Напомню, в Министерстве экологии призывают красноярцев звонить на телефон горячей линии, потому что активность и неравнодушие людей помогают выявлять незаконные источники загрязнения воздуха в нашем с вами городе. Ну а сейчас сравним воздух в Красноярске с другими мегаполисами. Оценивать будем по показателю PM2,5. Простыми словами, это мелкая пыль в воздухе. Итак, 19 июля. Вот как обстояли дела в европейских городах и у нас. Из расчета 1 микрограмм на кубометр. В Лондоне 13,9, в Париже показатель превысил 10,8 единиц, в Милане показатель составил 8,8, а вот в столице России, Москве, в этот понедельник 9,7. В Красноярске же показатель на этот раз самый высокий, 19,8 единиц, но отмечу, все это соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения.